Город семей в красной зоне. Сегодня главный санитарный врач города Берик Клибалдин и зам акима семей Айдар Садырбаев разъяснили постановление самврача области. Подготовка IT-специалистов веления времени. С 2019 года в стране действует IT-университет, созданный в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». За зимний период в семье произошло 108 пожаров, а весной при таянии снега были единичные случаи подтопления. В управлении по ЧС подвели итоги отопительного и паводкового сезонов. Подробнее об этих и других событиях смотрите в эфире нашего телеканала.